Вот сейчас большая красная кнопка записи у меня нажата, и мы в прямом эфире. Количество участников у нас прибывает. И, друзья мои, здравствуйте. Я рад вам представить себя, я рад вам представить Виктора. Значит, меня зовут Анатолий Баляев. Сегодня у нас вторник, и наша встреча проходит в рамках нескольких форматах. Во-первых, по вторникам я провожу вторники с Анатолием Баляевым. Это такие вот вебинары относительно еженедельные. А во-вторых, мы затеяли с Виктором очень интересную тему, которая будет называться «Инструменты будущего». Это конференция, онлайн-конференция. И в рамках представления тех спикеров, которые на этой онлайн-конференции будут принимать участие, мы сегодня с Виктором решили встретиться и поговорить за разные интересные темы. Это Виктор Маркелов, очень интересный собеседник, интересный человек. Скажи что-нибудь, Виктор, о себе. Как ты вообще, как у тебя дела? Где ты находишься? В каком-то интересном месте сейчас находишься? Я нахожусь в Ницце, во Франции. Вчера за день был в четырех странах, сам себе поразился к вечеру. Что стартовали из России, потом в Финку, потом в Германию и потом во Францию. Удивительно. Человек мира Виктор Маркелов сегодня с нами, и у нас вебинар, посвященный инструментам будущего и мышлению нового некоего уровня, мышлению второго порядка. Вот это мышление нового уровня, оно тут на заднем фоне откликается эхом. Это нормально, ничего в этом страшного нет. Вы можете представить себе, что мы не только в Ницце, но еще и в Альпах. И вот так вот Анатолий кричит: «Виктор!» И там и говорит: «Виктор, Виктор, Виктор!» И вот это такой вот добавляет некую такой вот фон, такую колоритность, природность. Им к этому можно привыкнуть. А Виктор потом, значит, купит наушники или найдет, выберет из своих там десятков наушников какие-нибудь самые замечательные, и будет у нас вообще все супер. Да. Мы можем задавать вопросы в чат. Наши участники могут задавать вопросы. Там вот есть такая вот специальная область для вопросов. Вы можете поискать в интерфейсе, посмотреть. А сейчас у нас, кстати, с Виктором был план, который я совершенно успешно не открыл, но надо будет его попробовать вспомнить. Виктор, как ты думаешь, давай попробуем построить наше мероприятие по принципу вот вопросов и ответов, как интервью. Скажи, пожалуйста, что вот такое вот, о чем мы сегодня с тобой будем говорить? Что такое вот это мышление второго порядка и зачем оно нужно вообще? И что в этом есть ценного и важного? Я думаю, что мы как раз сейчас находимся в таком времени, когда у нас огромное количество внешних ресурсов, знаний, связей и, самое главное, возможностей для их воплощения. И, соответственно, важно быть максимально гибким и максимально свободным, чтобы стремительной свободы было большое количество. И так получается, что мы находимся в таком времени, когда нас зачастую ограничивают только внутренние ограничения, потому что никаких внешних ограничений к ресурсам, к информации, к людям уже просто не существует. Можно делать все, что ты хочешь. Да, соглашусь. Мы очень в интересное время живем. У меня вот прямо сейчас, вот если вот заглянуть за веб-камеру, я вижу несколько аудиокассет, которые мне совершенно жалко выбрасывать, и я не знаю, что с ними теперь делать, потому что у меня нет возможности их прослушать ни на чем. И таких аудиокассет, и видеокассет, и даже CD-дисков. И не только в технологическом формате, можно воспринимать это как метафору. Вот таких вот рудиментов прошлого мы имеем теперь в большей степени скорее внутри, чем снаружи.
Потому что действительно вокруг нас ресурсов неограниченное количество. А внутри у нас еще есть и кассеты, и у кого-то и патефон старенький пылится. И что-то такое вот надо как-то это состыковать. И, наверное, мышление второго порядка – это не просто выбросить этот хлам, а понять, для чего он был нужен, и найти ему адекватное применение, и сделать так, чтобы твое мышление было в соответствии, находилось с тем временем, которое вдруг неожиданно изменилось. Иногда человек меняется быстрее, чем время, иногда время меняется быстрее, чем человек. Для людей, для молодых ребят, которым сейчас 16 лет, возможно, они войдут в этот мир более приспособленными. Но если мы выросли, так сказать, и в советское время, и в перестроечное время, нам имеет смысл посмотреть, вынуть из себя свое мышление и сделать что-то с его свойствами, для того, чтобы оно было более гибким, для того, чтобы это новое время, стремительно наступающее, не смело нас, а более того, чтобы мы могли в нем, как рыба в воде, более как-то так гармонично существовать. Что скажешь, Виктор, насчет такие метафоры про граммофон? Отличные метафоры, потому что когда мы были молодые, полеты в космос были гораздо ближе, чем Ницца и все другие страны. А вот тут недавно смотрел журнал, газету «Аргументы и факты», что информацию было настолько сложно получить, что там просто невероятно надо было делать свое движение для того, чтобы просто подписаться на газету. А сейчас не просто огромный поток информации и возможностей, а просто уже белый шум, который забивает все, что можно. И в этом действительно надо разбираться. Мы еще не отработали какие-то предыдущие вещи, либо не научились достаточно эффективно им пользоваться. Есть такое предложение, друзья, чтобы наше общение не было вот только вот Есть таким такое вот предложение, чтобы наше общение диалоговым с Виктором, поскольку у нас есть чат, у нас есть возможность для интерактива, поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто, скажем, знаком с какими-то интегральными моделями, кто знаком, например, со спиральной динамикой, с Кеном Уилбером, с Доном Беком, с Крисом Кованом. Если вы что-то такое читали, что-то знаете для себя, поставьте, пожалуйста, плюс. Здорово. А минус, соответственно, да, если вы с этим категорически пока не знакомы. Есть кто-то, кто знаком, есть кто-то, кто не знаком. Соответственно, наверное, те люди, которые принимают сейчас участие у нас, мы все в той или иной степени что-то такое значимое для себя прочли, что-то такое значимое для себя поняли. Мы встречаемся с интересными людьми, чему-то у них учимся. И наверняка у вас уже есть какие-то модели, которые вам исключительно хорошо помогают прямо сейчас принимать решения и выстраивать свое общение в этом мире. Напишите, пожалуйста, что у вас греет, какие книги вы читали, что вы считаете для себя значимым, какие темы вам помогают жить, есть ли какие-то имена, названия книг. Будет очень интересно посмотреть, может быть, кто-то увидит знаком брата по разуму или что-то такое, что кто-то поймет, что ему можно еще почитать и вот такую книгу и так далее. Поделитесь, пожалуйста, что вы читали, что вы знаете, что вам интересно. Свияж, Ошо. Ну, и вы можете писать. Дон Бек, Крис Коун, «Спиральная динамика». Очень признателен. Это книга, которая с трудом рождалась. Буквально 9 месяцев она рождалась, она родилась. И до сих пор черпаю оттуда вдохновение, да. Ваш непокорный слуга был литературным редактором. Виктор Маркелов, тренинг тренеров трансформации. Прекрасно.
Лев Толстой, Зеланд, Крис Кован, Оша, Александр Палиенко наиболее близок в данный момент, Ольга Лакшми пишет. Замечательно. И вы можете продолжать писать. И у меня вопрос тогда еще к Виктору. Виктор, скажи, пожалуйста, доводилось ли тебе встречаться с такими, скажем, с категорическим суждением о том, что любое самокопание, например, или любые модели, что эта тема совершенно ведущая в никуда, и что нет никакой необходимости вот этим и вот во всеми делами заниматься, что надо заниматься именно вот настоящим делом, что нужно брать в руки разного рода лопаты и брать больше, кидать дальше, зарабатывать больше и так далее. Как, кстати, гармонизируются вопросы, связанные с деньгами, например, и вопросы, связанные с духовным развитием? Что ты можешь сказать вот в этом разрезе? Есть ли тут какая-то взаимосвязь? Насколько она прямая? Насколько она очевидна и так далее? Какими лопатами сейчас пользоваться людям, когда лопаты успевают устаревать еще до того, как они попали в магазин? Что скажешь? Ой, так много вопросов сразу. Нет, ну конечно, встречаются люди, которые абсолютно говорят, что нечем заниматься всякой ерундой, надо 1 мая на носу картошку надо закапывать, потом окучивать, потом от жуков ее защищать, потом еще раз окучивать, потом выкапывать, потом перебирать, а потом выкидывать, потому что никто ее не ест. Да. Потому что мы садили, садим и садить будем. Ну, то есть это ну, абсолютно вещи. Бывает достучаться крайне сложно, потому что ну, люди не хотят слышать, потому что ну, в их карте реальности никаких таких вещей по поводу развития, какого даже развития, такие простые вещи о том, что в общем-то мы живем не для того, чтобы, наверное, есть, пить и размножаться, а нечто для другого. Ну, хотя бы, либо не только для того, чтобы осуществлять самые простые базовые функции, основанные на инстинкте. Но хотя, с другой стороны, когда выходишь утром в город, что-то сомневаешься, что кто-то задумывается о счастье, как будто бы эта жизнь и этот день, как будто бы у него последний. Такое ощущение, что кто-то все думает, что завтра начинаем жить свою жизнь. Ну, или с понедельника, или с послезавтра. Ну, либо, в общем, в следующий раз мы начинаем, а сейчас мы когда-нибудь пропускаем. Но и с одной стороны, с другой стороны, перепутанная система координат, мы пытаемся материальными вещами решить бытийные проблемы, ценностные, а ценностными вещами пытаемся, ну, иногда забивать гвозди. То есть вместо того, чтобы взять молоток и просто стукнуть по нему и забить, сделать свое дело. Очень важно, ну, то есть разные вещи происходят. И еще то, что заметил в последнее время особенно, что находясь в моменте выбора, очень сложно просто выбрать. Прямо замечал за людьми, за собой замечал, что делая выбор, очень сложно выбрать его. Потому что пока делаешь понятную, простую работу, вроде бы все понятно. Как только начинаешь делать выбор, попадаешь в неизвестное, и гарантий никаких нет. И опереться не на что, прошлого опыта такого нет. И получается, люди зависают в моменте выбора. Вроде бы развиваться хочется, и денег хочется. И время и не тому не уделяю в должной степени, и не другому. А тут еще совершенно недавно были с Николаем, прочитал, да, Николаю лично привет, прочитал последние открытия в области памяти. Оказывается, что у нас все-таки ее найти не могут в мозгу. Ну, это я 1,5-2 года назад знал, что ее найти не могут. То есть современные исследования говорят, что у нас мало того, что памяти нет в мозгу, она конструируется каждый раз, обновляется, возобновляется и дополняется. По факту получается, что мы выдумываем каждый раз свое прошлое, свой прошлый день. И не просто мы его выдумываем,
мы его воссоздаем заново, вместо того, чтобы воссоздавать свое будущее без прецедента. У Виктора По факту Пелевина мы в его последней воссоздаем. книге есть Это хороший пассаж на эту тему. потрясающее открытие. Я думаю, что, может быть, за 1,5-2 года нашли все-таки. Что? У Пелевина в последней его книге, вот в крайней его книге, есть интересный пассаж на эту тему. Он говорит, что не только памяти нет, но и, собственно говоря, и личности как таковой нету. Она вспоминается только тогда, когда человеку приходит охота вспомнить о том, кто есть ли он на свете и как его зовут, и все вот эти ощущения связаны с тем, что человек считает собой. И что как бы это вот так, и это все воссоздается как бы заново. В общем, да, и вот, ну, то есть последнее исследование, там вот доктор наук писал, профессор, директор института головного мозга, что, в общем, все гораздо интереснее, чем можно себе предположить. По факту мы создаем всю эту действительность и реальность, и начинаем в нее верить со всей силой. Согласен. Еще какой вот интересный у меня вот есть к Виктору вопрос. Ты учился у Дона Бека лично? Да, было такое. Как тебе он как человек? Что ты можешь рассказать об этом, о личности? Как тебе он как человек? Что ты можешь рассказать об этом, о личности? Дон Бек, он такой душевный, бойкий и настырный такой. И еще он как настоящий американец, он не то, что правду матку в глаза режет, но вот обратную связь он сразу вот четко дает, что если что-то, ну, неважно, так либо не так, они простоватые существа, американцы, извиняюсь, если что, они не будут сентиментальничать, сентиментальничать, прямо сразу, вот это не то. С ним прям вообще просто общаться. То есть он вообще недостаточно легок, да? Мне про него говорили, что иногда как бы он вообще не производит впечатления человека, прямо сейчас решающего боснийский конфликт. Ну, не могу сказать, потому что мы с ним общались хорошо, легко. Да, он поднял меня, сказал, посмотрите на человека 7-го уровня, да, и берите все с него пример. Мое эго разрослось до невероятного размера, мы приятно общались. Кстати, о 7-м уровне и о всяких 8-х, 9-х, 10-х и так далее. Задавали ли тебе вопросы и приходит ли к тебе самому в голову вот такая мысль о том, что все-таки это действительно довольно часто бывает такой кормушкой для эго? Ну, как это такая лесть самому себе? И у тебя, кстати, однажды в нашем с тобой разговоре интересная была фраза по поводу того, что самому себя нет смысла оценивать. То есть, что ты по этому поводу скажешь? Ну, по этому поводу, ну, точно так же, как в спиральной динамике и в интегральной психологии, очень важно посмотреть вообще, где я нахожусь, на карте сориентироваться. Но если мы тут уже в спиральной динамике, то основные силы, разворачивающие две спирали спиральной динамики, это цели, которые я решаю, ресурсы, которые у меня есть для решения этих целей, люди, которые меня окружают с их культурой мышления в историческом времени, ну и место со всеми его географическими способностями. Ну, то есть, где я нахожусь, собственно говоря. В данном случае спиральная динамика, она больше относится не к моим индивидуальным качествам, а все-таки как социальная единица, либо социальная наука, она относится к обществу, в котором я пребываю. Вспоминаю сразу Владимир Ильич, который говорил, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Ну и, соответственно, если у меня нет целей определенного уровня, нет ресурсов под эти цели определенного уровня, меня не окружают люди такого уровня, ну, либо хотя бы очень близко к нему, понятно, что вспоминается, что, исходя из модели спиральной динамики, мы размазаны как блин по 3 уровням, с нормальным распределением 1 уровня. Ну, и, соответственно, что там говорить, о чем? Что если я 5 минут в день думаю о высоком и духовном, а 23 часа и 55 минут, непонятно о чем, решаю задачи выживания, либо себя, либо своей семьи, то
сразу проясняешься. Иногда прям не хочется смотреть, но понимаешь, ё-моё, в семье еле-еле закрыл там какой-нибудь бежевый уровень выживания. В бизнесе вообще жесточайшее выживание на красном уровне третьем. А где-то вообще беда бедовая, там даже до инициации еще там идея даже не проросла, какое там выживание. Выжить-то нормально не так. Да, соглашусь. Друзья, если есть вопросы к Виктору, ко мне... Я еще вспоминаю Дон Кэка, там несколько прям таких сильных уроков. Если есть вопросы к Виктору, ко мне... Продолжай, пожалуйста, про Дона Бека, очень несколько интересно. Несколько уроков, которые вот он дал, это о том, что не стоит, во-первых, переделывать людей, стоит создавать условия, в которых перемены будут неизбежны. Мне тоже очень нравится фраза, Грейс об этом где-то писал, что изменить человеческие ценности практически нереально. В том числе, да. Переделать именно этого конкретного человека, чтобы он... Да, но они могут измениться сами. Но если создавать условия, в которых они будут естественным образом меняться, то людям приходится выращивать свои ценности. Ну, то есть метод крута и пряника, важно, чтобы очень ценно было дорого стремиться к чему-то и ни в коем случае не нарушать. Окей. Скажи, пожалуйста, вот была у тебя тема... У меня зависла бегущая строка, или никто не пишет? Нет. Ну, вот чат достаточно активный. Я вижу, что люди что-то пишут туда. Вот Михаил от нас отвалился. По всей видимости, канал не позволяет видеть наше видео, потому что и у тебя видео достаточно качественное, и у меня видео достаточно качественное. Поэтому будет запись, и в записи все будет... Ну, люди смогут в записи еще это все посмотреть. У меня вопрос. Ты говорил о неких упражнениях, которые позволяют активизировать некое второпорядковое мышление. Я не знаю, насколько это твое ноу-хау, но, может быть, ты поделишься хотя бы некой стилистикой, или что при этом удается, какие условия ты считаешь важным создать внутри человека для того, чтобы его мышление развернулось вот до вершины, до глубин более адекватных в настоящем времени, вот, современности более адекватных. Это всегда, не всегда, когда спрашивают, это все равно, что рассказать о вкусе пищи, которая была в ресторане, по отражению чайника, который видят люди на стене. Ну, то есть известно, для того, чтобы получить и пережить свой опыт, надо делать либо упражнения, либо участвовать, либо находиться в момент творения, чтобы соприкоснуться в какой-то момент, как в театре. Соглашусь. По этому поводу упражнения-то есть и сделаны, они дают эффект, но известно, что привычка-то от этого не нарабатывается. То есть можно прикоснуться как бы туда. У этого случаются открытия, что как здорово, например, любить всех людей. Можно прикоснуться как бы туда. Да. Но опыт пикового переживания, к сожалению, он не закрепляется на практике и не становится устойчивой платформой. Что даже если я испытал какие-то переживания, переосознал и открыл, они не становятся привычкой стратегически мыслить такими категориями, тактически мыслить, относиться к людям, к себе. А вот у нас вопрос хороший в чате. Как бы ты сформулировал, что такое второпорядковое мышление? Второй порядок – это когда начинают превалировать не иерархические погоны, которые имеет человек, ну, то есть место в его социальной иерархии, не
превалируют его ресурсы, которые достались ему каким-либо образом, а превалируют его таланты, ценности, его умения, его бытийные качества и то, насколько он готов двигаться в этом направлении дальше. Но если совсем проще, не так важно, сколько у меня денег, квартир и машин, а гораздо больше, чему я научился, чему я могу научить других людей. И как другие люди ощущают меня, себя рядом со мной. И вот, кстати, интересно, что ты скажешь вот по поводу одной метафоры, которую я очень люблю тоже вот рассказывать, когда спрашивают о второпорядковом мышлении. Как ты думаешь, может ли это быть, ну, преждевременно, например, обретение человеком неких дополнительных степеней свобод? Потому что вот как метафору я рассказываю здесь такую историю о солдатах, американцах, которые в Париже, вот там же, где ты сейчас находишься, только 50 лет назад, патрулировали улочки, и для них война, Вторая мировая, не была особо каким-то сложным делом. И они общались с девушками, все у них было более-менее хорошо. А это ребята были из Техаса, они были, ну, дети фермеров, то есть фермеры сами по себе. И как, ну, зафиксировал некое социальное явление, когда солдаты, вернувшись со Второй мировой войны, просто отказывались работать у себя на фермах, потому что они видели Париж, они видели что-то такое более значимое. И теперь, когда их поместили в свою обычную среду, для них это уже как-то неприкольно, неинтересно, и им хочется обратно, но обратно уже государство тебя не отвезет за счет налогоплательщиков. Если человек увидел Париж, если человек увидел второпорядковое мышление, а ему необходимо выживать для своей семьи и так далее, то не является ли такое знание и такой опыт преждевременным и, может быть, не самым полезным? Что ты скажешь? Совершенно верно сказал, что это были условия середины 20 века, когда не было ресурсов для не то что самовыражения, а просто для перемещения в Париж на самом деле. Угу. А мы надо посмотреть, где живем сейчас. Что сейчас, если я начинаю раскрывать свои таланты в любых областях, в любых я прямо имею в виду банально, от завязывания шнурков до открытия бутылок, либо еще чего-то, ну, прямо совсем, что в современном мире, с современными возможностями глобального мира, мне всегда на хлеб с маслом достаточно хорошо достанется, если только я в этот момент буду действительно мастерски проявлять свои ценности и таланты, и отшлифовывать их до совершенства. Интересно. И, конечно, всегда будут вдохновлять более крутые игры. Потому что круто, конечно, в детском саду иметь плюшевого медвежонка, из-за него битва, потому что хороших игрушек всегда мало, что-то вспоминается. Он был один у нас, честно говоря, в детском саду. Но вот уже в школе, в первом классе, не круто иметь этого плюшевого медвежонка. Ну, неплохо, но не штырит совершенно. Да. А поскольку людям всегда хочется все-таки больше, всегда хочется новых ощущений, свежести, и мы познаем мир на разнице, то, конечно, само по себе пребывание в ощущениях, состояниях, концептуальных стратегиях более высоких уровней, оно затягивает. И если для этого у человека есть ресурсы, то ему всегда будет хотеться. Соглашусь. Виктор, вопрос про нашу конференцию. Честно говоря, даже да. По себе, мы из Питера, у нас Финляндия близко. Переезжаешь границу, и хочется порядка. Скажи, пожалуйста, твоя тема на этой конференции как звучит и вкратце о том, что ты хочешь, там развернуть в этой теме своей? Скажи, пожалуйста, твоя тема на этой конференции как звучит и вкратце о том, что ты хочешь там развернуть? Я хочу создать, ну, импульс, скорее всего, о том, как создавать игры второго порядка. Что ты вкладываешь в игры, слово игры? Ну, причем,
поскольку это игры второго порядка, это глобальные игры, в которых таланты, намерения, выбор и ценность являются основными достоинствами. То есть за них платят деньги, совсем попроще сказать. Если говорить о превосхождении и включении, то получается важно брать, интегрировать все уровни предыдущие, ну и как матрешка наслаивать, наслаивать, наслаивать. Что если сейчас пока платят деньги в основном за то, что человек, ну, в лучшем случае умеет, в лучшем случае, а не за саму динамику развития, ну и, соответственно, игры ограничивают, то вот хочется начать создавать такие глобальные игры, в которых само по себе воспитывание второго порядка у себя в голове и в сердце не просто будет интересно, но прямо выгодно, имеется в виду финансово. Угу. Ну, то есть, если хоккеист голы забивает, то ему платят больше денег, его все знают. То вот прям хочется, что если человек воспитывает в себе второй уровень, ну, желтого и выше, то ему прямо за это платят деньги. И получает он известность. Слушай, потрясающе. Без отдачи это всем другим никогда не встанешь. То здесь мы можем только опираться на плечи своих соратников. Потрясающе. Если это удастся реализовать в полной мере, ну, собственно говоря, мы не только заработаем, мы и дадим возможности людям создать внутреннюю очень мощную мотивацию к тому, чтобы менять свое мышление, потому что они смогут тогда усилить свои позиции в материальном мире, что тоже немаловажно. Понятно, что если я хороший игрок в карты, у меня куча знакомых, и мое мастерство постоянно оттачивается. Согласен. Неважно, там шахматы, любые игры. Хочется придумать и реализовать хотя бы одну игру. Отлично. Думаю, люди существа творческие, дальше пойдет как по маслу. Так, и наша конференция... мы ждем ваших вопросов, уважаемые, те, кто прямо сейчас нас слышит и смотрит. Задавайте свои вопросы, у нас есть еще время поотвечать на них. Я сейчас ссылочку конференции брошу в чат. Это nationalvalues.ru. Если вы еще не зарегистрировались, регистрируйте, участие бесплатное. Более того, будет больше 20 интереснейших спикеров. Будут англоязычные спикеры. Но нам, конечно, придется решать вопросы, и это еще техническая тема с эхом, там, задержками и так далее. Но я думаю, что мы с этим что-нибудь придумаем, либо найдем возможность это реализовать. Я перестал слышать. Так, как со звуком? Раз, два, три. Раз, раз, раз. Я слышу, но с перерывами. А как-то канал у Виктора немного подкачивается. Сейчас появился, до этого я все прослушал. Я рассказал за конференцию, что можно туда приходить, что участие бесплатное, что можно там познакомиться с интересными людьми. Они расскажут о тех делах, которые они делают, о тех играх, в которые они играют. О том мышлении, которое они транслируют, само по себе знакомство с этими людьми, возможность смоделировать, возможность душой прикоснуться к тому, чем они заняты, я уверен, будет само по себе пользительно. Поэтому приходите, регистрируйтесь, будет очень интересно, и рассказывайте своим друзьям об этом. Мы будем делиться буквально конкретными стратегиями того, как можно... это знание реализовывать на практике. Вопросы, друзья мои. У нас еще есть некоторое время, чтобы ответить на ваши вопросы. Виктор участвует в той конференции, да. Конференция будет 27-31 мая. Да, я участвую в конференции. С 19 где-то по 22 по Москве.
Возможно, что мы будем засиживаться допоздна, потому что прямо сейчас, например, вот я могу сделать видеоконференцию, я могу пригласить несколько человек к прямому общению. Мы будем разговаривать, будем спорить, будем дискутировать. То есть вот в это время будут происходить некие основные доклады, а потом с теми, по темам сегодняшнего дня мы можем оставаться хоть за полночь и разговаривать, обсуждать, предлагать, строить идеи, какие-то сообщества, формировать проектные команды и так далее. Все это будет происходить с 27 по 31 мая. Nationalvalues.ru, инструменты будущего нашей конференции. Так, друзья, но если вопросов нету, может быть, мы тогда будем закругляться? О! И наушники подоспели как раз вовремя. Пришел спаситель и спас мужа. Спасители очень нужны. Бинарные системы рулят. Так. Опа. И вот они, наушники у Виктора есть. Ну Раз, два, что, три. оказывается, как круто слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, со звуком мы... Ой, как круто слышно. Так. Вообще чудесно. Друзья мои, тогда давайте так, если вопросов нету, то мы пожелаем с Виктором, у которого теперь все круто слышно, и у него есть наушники, мы пожелаем вам всего замечательного, новых степеней свобод. Мы пожелаем вам много радости, много самых многогранных впечатлений от поездок по миру, от поездок по вашему городу, от Мне встреч с разными разными людьми. Всего вам хорошего, всех вам благ. Лично у меня, правда, у меня вот эхо нет. Вот в чате пишут, что эхо все равно осталось. Но, друзья мои, вот сейчас, когда мы закончим, я сверстаю это видео. Ну вот, по крайней мере, несколько последних минут эхо отсутствует. Вот, но мы теперь стрелянные воробьи, мы теперь знаем, как все, чтобы было. все пропало. Виктор, пожелайте что-нибудь нашим участникам. Скажите несколько хороших, добрых слов. Знаете что? Жизнь прекрасна. Пришла жена. Это значит, не просто прекрасна, а наладилась. Хочется сказать метафору какую-нибудь. Жизнь прекрасна. У меня горы с одной стороны, с другой стороны море Средиземное. Вспоминается Рим, который был огромной, огромной страной Первой империи. И слышу, как опять у меня жизнь прекрасна. А, Виктор, ты теперь слышишь свои слова по много раз, И что ли? мы не проживем ее второй раз, на чистовик не перепишем, второго тайма не предвидится. Так что очень всем желаю. Постить энергию нижних уровней очень рекомендую. На расти уровни. Делать рывок сразу на бой. Супер. А на этой желтой ноте. То есть я индивидуально желаю, чтобы жизнь хотя бы была как Макдональдс. Понятная. Просто сразу подпрыгнуть на потоке.
Супер. На этой желтой ноте желаю всем всего замечательного. Сейчас я начну обрабатывать видео. Буквально в течение нескольких минут оно окажется на странице конференции в интернете, на странице конференции в социальных сетях. Вы сможете это все еще раз посмотреть, порекомендовать своим друзьям. Спасибо Виктору. Спасибо всем, кто к нам сегодня пришел. Будьте здоровы, всего вам хорошего и до новых встреч. О, и жена Виктора. Всех до свидания, будьте здоровы, до свидания. Всем желаю закрепиться на первом уровне с женой и на втором, тем более, и без жены никуда. Вот так.